Инвестиционное соглашение о строительстве нового завода подписали в правительстве. Инвестор – компания «Пластик ДД», займется производством пластмассовых автокомпонентов для КАМАЗа, а также бирок для крупного рогатого скота для компании «Мираторг». Ну, такая интересная деталь, оказывается, что тоже полностью импортировался из Китая, будет производиться у нас здесь в Димитровграде. Объем инвестиций небольшой, но, в общем-то, в данной сейчас ситуации мы всем проектам рады, и рабочие места, которые там сейчас будут создаваться, для нас очень важны. Планируется создать до 30 рабочих мест. Основное производство компании расположено в Московской области. Производственные подразделения размещены в Смоленске и Беларуси. То в Ульяновской области очень хорошо, правильно построена эта система. И что немаловажным фактором является, это рабочая сила. Люди, которые понимают и знают, что нужно делать в организации литья из пластмассы. На первом этапе объем вложений составит 20 миллионов рублей с перспективой увеличения до 40. Запуск производства ожидается уже в конце этого года.